Война – дело не женское. Несмотря на это, советские женщины, вставшие на защиту своей родины, внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. По статистике, в годы войны в ряды Красной Армии было призвано около 1 000 000 женщин. Наша героиня – ветеран Великой Отечественной войны Нина Васильевна Николаева, 1924 года рождения, призванная в Красную Армию в 18-летнем возрасте, прослужившая всю войну шофером на знаменитом военном грузовике ЗИС-5 «Трехтонке» в составе 71-го отдельного прожекторного батальона войск противовоздушной обороны. Детство мое прошло в Саратовской области, город Балаково. Слышали про такой город? Вот, вот там я родилась, и там мое детство прошло. И оттуда я ушла на фронт. А вот расскажите, в какую часть попали? Говорят, прожектористкой были и водили машину. Немного не женское занятие. ЗИС-5. Если ремесленное училище кончало, у меня был 5-й разряд токаря-универсала, в полк пришла, командир полка говорит: «О, полковую мастерскую!» Я говорю: «Нет, я от станка, я опять на станок не пойду. На шофер учить пойдешь?» Говорю: «На шофер пойду». И вот так я попал на курс шоферов. Вы водили полуторку, правильно? Нет, пятитонночку. Пятитонный. Ну, достаточно тяжело даже колесо заменить или что-то починить. Пятитонночку. Как справлялись? Ну, ничего. Милый, мне 18 лет было. Я впала. А потом, ты знаешь, я физически очень сильной была. Всегда. Поэтому своей красавицей я всегда справлялась сама. У нас помогать мне было некому. Были одни девчонки. Кто мне будет помогать? Механик где-то там в роте. Когда он приедет, это ж моя машина была в роте. Лучшей. Понимаешь? Сама все справлялась сама, и она меня никогда не подводила. Сам попали, вот где служили, и вот как попала уже... сначала, как он у нас назывался, 71-й отдельный прожекторный батальон. Вот когда он только сформировался, с первого и до последнего дня я была там, никуда. Вот именно на этой машине прошли всю войну, получается? Да. А по каким дорогам пришлось поездить-то на ней? Первый Белорусский фронт, Центральный фронт. Почти до самого Берлина добрался я на своей пятитоночке. Первые бомбардировки Саратова начались в июне 1942 года. Прожекторный батальон, где служила Нина Васильевна, выполнял задачи по прикрытию объектов нашего тылового города, коммуникаций и без снабжения действующей армии. Наиболее важными саратовскими предприятиями являлись авиационный завод, нефтеперерабатывающий крекинг-завод имени Кирова, подшипниковый ГБЗ-3, аккумуляторные заводы, а также саратовский железнодорожный мост в районе поселка Увек, стратегически важнейший элемент железной дороги до Сталинграда, которая была построена всего за несколько месяцев и оказалась полной неожиданностью для немецкого командования. Назначение станции искателей, где служила Нина Васильевна, было в том, чтобы с помощью прожекторов и звукоулавливателя нащупать лучом самолет противника. Другие станции, сопроводители, подхватывали самолет в перекрестке лучей, высвечивали его. Огневикам оставалось лишь добить пойманную бабочку. Цель была самолеты, отлавливать самолеты. И потом на станции была искатель, у нас был еще звукоулавливатель в точке. Они по звуку, слышали, передавали нам. Я должна была, моя цель была дать ток на прожектор, а уже прожектор лучом должен был искать этот самолет. Нашли самолет, передали его станции сопровождению, а сами другой самолет искали. Вот такая была наша работа. Сначала мы, вот, мы мост железнодорожный через Волгу, мы тут сначала мост этот караулили, чтобы немцы на мост эти бомбы не бросили. Вот здесь мы
сначала. А потом после Сталинграда, когда уже немцы и под Москвой, когда уже немцы начали драпать, убегать, немножко фронт стал двигаться, и мы вслед за фронтом, вслед за ними, и мы поехали тоже. Вот воздушная оборона Саратова, чем вам запомнилась? Говорят, и нефтеперерабатывающие, и Улиши, и авиазавод налеты были. Вот вы были свидетелями? В основном мы были на охране моста. Мы возле моста стояли. Вот большой железнодорожный мост через Волгу, он же имел стратегическое значение. Через него все составы шли, и оборудование, и пехота, и живая часть, в общем, все. И вот этот мост наша была задача охранять. Вот мы его и охраняли. Ну как бомбили Саратов вообще? Ой, бомбили каждую ночь. Каждую ночь были налеты. Каждую ночь, мы ни одной ночи не спали. Каждую ночь были налеты. Ну, бомба ни одна на мост не попала. Не допускали до моста лучи. Даже был случай, что в перекрестье, вот луч в перекрестье, самолет попадал, летчик ослеплялся, и самолет падал. И такое было. Гражданскому человеку всегда трудно перестроиться на военный лад. Женщине особенно. Армейская дисциплина, солдатская форма на много размеров больше, тяжелые физические нагрузки – все это явилось нелегким испытанием. Потом был и сам фронт со смертью и кровью, с ежеминутной опасностью и вечно преследующим, но скрываемым страхом. За рулем большого и тяжелого ЗИС-5 Нина Васильевна проехала многие сотни километров в западном направлении. Воевала в Белоруссии, Украине, Польше, доехала до Берлина. Последний штурм Берлина. Вот здесь Жуков придумал выстрелить в линию прожектора. 150 прожекторов выстрелили в линию. И мы уже светили не по небу, а по земле. Да, светили путь танкам. Между нами вот прожектор, между прожекторами танки. Шли, вот когда сигнал, мы дали луч, и вот между, сразу 300 метров от нас были немецкие окопы. Вот наши, мы стояли 300 метров от нас, немецкие окопы. Мы слышали, они переговариваются там, Ахтунг, Ахтунг, крутишь новое оружие. А когда мы свет, прожектор... 1.5 метра все-таки диаметр, луч-то огромный и очень сильный, большая сила. Они ошлепились, и они побежали, понимаешь? Побежали немцы. А потом, когда маленько они опомнились, ну, уже у нас был отбой, это уже был начало рассвета, уже был отбой, нас оттуда быстро-быстро убрали. С этой позиции налетели юнкерсы, всю вот эту площадку, где мы стояли, все разбомбили. Чуть-чуть мы бы опоздали, мы бы никто оттуда не вышли. То есть ваша машина принимала участие в этой операции? Да, да. И вот это за отвагу, вот за этот. Я из своего взвода, я одна получила медаль за отвагу. Как он говорит, твоя машина отработала лучше всех. После войны страна начала постепенно переходить к мирному существованию. Промышленность и сельское хозяйство были разрушены, и нужно было восстанавливать производственные мощности. В первые послевоенные годы Нина Васильевна испытала и голод, и нужду, которые захватили многие регионы нашей страны. Не писала, какое у них там положение. Нина, все в порядке. Тот писал, Нина, все в порядке, только приезжай живая. Приехали. У мамы лепешки из желудей. А у меня что? Я домой привезла одну единственную банку американской тушенки. Одну единственную банку я привезла домой из всего, что нам выдали. По дороге вот этим, голодные, мы раздали все продукты, все раздали.
Я говорю, вот я привезла единственную вот эту банку немецкой тушенки. Ну что ж, так вот и ходили с матерью, собирали желуди, сушили, парили, сушили, мололи их. Ну, где-то, когда сумеем стакан или два муки купить, вот эти желуди, чтобы перемешать желуди, лебеда, вот такие вот, ну, а кто тогда лучше-то жил? В мирное время Нина Васильевна уже не возвращалась к своей военной специальности шофера. В Саратове она поступила на восьмирамный лесопильный завод, в котором проработала 24 года. В Саратов. А здесь на лесозавод. Лесокомбинат первой пятилетки, так называемый, восьмирамный. Вот там обыкновенная тяжелая работа. Бревна. Штабеля укладывали в бревна. И вот здесь немножко было такие вот огромные бревны. Так у меня селенка все-таки часто была. Вот эти бревно-то я перевернула и сорвала шпину. И все. Женский труд вот на этих, на тяжелых работах запретили. Не стали. Я там же, на этом, на лесозаводе, ну, тогда называли бракер, сортировщик был, более понятное слово для вас, сортировщик. Ну, принимали плоты, что по Волге приходили плоты, принимали плоты. Моя задача была разобрать дерево, длину бревна, этого дерева, бревна длину, толщину, сорт. И я голосом работала, поэтому у меня всегда был тихий голос. А вот после там вот надо было кричать, чтобы тетечка слышала, а она сидела в будочке. Вот передавал ей 6,5, сосна, сорт такой-то, и вот она записывала. А потом в цехах уже принимала готовую продукцию, то, что мы получали из этих. В основном аккумуляторные ящики делали. Вот уже принимали готовую продукцию. Сколько лет вы проработали до выхода на пенсию? 24 года. Затем был шарикоподшипниковый завод. До 1972 года я там проработала. Ну, так получилось, замуж мне отдали, заставили выйти. А муж говорит, это что за работа, все время на улице. А обувь, что, кирзовые сапоги, портянки, я все время на улице. Даже так было, вот эти портянки в сапогах примерзали к ногам. Вот сейчас вот все вот это вот на ноги сказывается. Вот муж говорит, это что за работа такая? Уходи. И он меня перевел на шарик. И вот с 1972 года я перевел он меня на шарик. А здесь тоже цех такой, папа меня устроил. Железнодорожные подшипники, сепараторы огромные, 8 килограмм. Ну так, ну, населенки хватало. Вот так вот. Вот так вот я уже... До пенсии я отработала вот тут на шарике, на этих сепараторах. У Нины Васильевны орден Отечественной войны первой степени, медали за отвагу, за боевые заслуги, за взятие Берлина. Нина Васильевна признается, когда посмотришь на войну нашими женскими глазами, так она страшнее страшного. В свои 96 лет она сама удивляется тому, что смогла все это выдержать. В год памяти и славы, отмечая священную юбилейную дату, 75 лет победы в Великой Отечественной войне, мы вновь осознаем всю грандиозность победы над нацизмом. Гордимся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить темную силу.
Благодарим наших дорогих ветеранов за участие в проекте Городского дома культуры национального творчества «Живые голоса Великой Победы». За ратный подвиг, каждый день приближавший победу, за мужество и самоотверженность, беззаветную любовь к Родине.